пока перед смертью мы с ней. Знаете, так по-семейному сидели, разговаривали, он говорит, папа, ну я же такой, видишь, я, у тебя такой характер тоже, он говорит, ну правильно, видишь, я вся в тебя, видишь, папа, такой там, он мне так рассказал. Эти слова просто в душе остались. Ми такого не бачили, ніколи не знали. Це війна. Війна, і війна практично, ну, що я можу сказати, війна з цивільним населенням українським. Розумієте, ми ж бачимо, що в Україні більше гинуть цивільні, ніж військові. Отношение к Путину, тем городам, которые не собираются сдаваться, они пытаются вот таким устрашением, нанесением авиаударов и бомбовых ударов сломить волю людей. Но это приводит к обратному. Люди объединяются.